Всем привет, дорогие мои. Ой, закрыто. Открываю. Пойдем. Кот пришел, просится на улицу. Ой, а у нас как хорошо на улице. Да? Тише. Вчера еще тут грязно было, а сейчас вон как хорошо. Дети оставили. Как раз снежки играть в самый раз. Тише. Чё вышел? Сидит такой. У нас все спят. Все спят. Одна Тома только разбудила меня 7:30. Я не гремлю, не готовлю. Так сижу, чтобы поспали дети. Сашенька, ты встала, доча? Саш! Хода нет. Ой, прости, доча. Саня встала? Так, сначала покушаем, потом зубки будете чистить. Ой, горячий. Так, не поняла, где у нас масло сливочное? Спинете, пот закончился. Нет, я помню, я доставала, кое-как нашла. Мама, не встала, мамочка снег ест. Снег? Класс. Сань, вставай, Ирина. Да. Дай мне того слёнку на комнату. Раньше не доставала, я сейчас достаю. А я не. Раньше я прыгала. До сих пор не достаю. А я вот смотрю ТикТок. А почему в Китае же обычно, сколько я помню, они же все низкого роста. А сейчас как не посмотрю, они такие все высокие. Растут. В Китае. Кто чихает? Никто не чихает. Я говорю, я иной раз в ТикТоке смотрю, и там вот... Пап, ну ты ж не ми, я то разговариваю. Вот в Китае показывают, идут они такие девушки, они, наверное, все там 1.80 м. Почему они такие высокие стали? Жрут все подряд. И не толстеют. Чё? Не мои юбки твои? Моя золотая, слышишь, в шоке. Женщины такие худые и красивые. Ну, они так идут, так красиво, там так красиво. Данечка, давай мне туда пролезть. Кто-то у них сейчас девушка может. Саня, доченька. Она в туалете. Тут даже корейцы снимаются. На русском говорят. А может это не китайцы, а может это корейцы? Да, это корейцы. Но они все так красиво одеты, прям вообще. Ну я смотрела вчера это. Какой-то кореец, он прям и по-русски говорит.
Так, может, батон кому-нибудь нарезать, дети? Да. Что-то он нам говорил, что знает и наш язык, и свой, и еще какой-то. Что, все? Батон купила, Алинка обещала бутерброды. Какие? С шпротами. А вы киви не купили? Всем привет! Что-то камеру увидала? Да. Вон. Саня, доча. Саша встала? Да. Только я стул не вижу. У меня всегда такое. Все, вот так вот у нас завтрак начинается. Всем привет. Я видела, вам поздоровалась. Я не была. Кому хлеб? Отец, иди есть. Мне, пожалуйста. На батон или на черный на хлеб? На батон. Санечка, мой руки, доча. Тебе что? Женя у нас масло не ест вообще. Вот пустой хлеб ест. Ты не пробовала, может? Может, попробуешь масло? Я пробовала. Мне Настя в рот пихала. Чего? Не понравилось тебе? Она туда на масло много-много-много варенье намазала. И ты все равно не смогла? Не, масло вкусное. Я в рот пихала, есть масло. Я могу много. Если ты много масла добавишь, я все. Нет, Саш, пошла руки мыть. Тома переехала к папе. Даже шарики, смотрите, у нее новоселье. Даже шарики доверху прицепила. Обожаю вот такие вкусные. Тут еще вот такие. Тут еще десерт есть такой. Вот видишь, красный. Смотрите, какие пасхальные яички. Шоколад. Катюша. И Лев такую вкусноту прислали. Вот папа сегодня разрешил им. Вот такие вот конфетки я хочу попробовать. Мама, вот эти очень вкусные. Вкусные? Да. Девочки, давайте спасибо, вот такие Катюша, конфетки. Да? Спасибо, Катюша, да? Спасибо. И вот эти вот. Так, осторожно, тут только не разлей. Я обожаю пасхаловки, они вкусные. Хорошо. Папа, открой, пожалуйста. Я даже конфеты не стала пасхаловки. Хочу попробовать. Какие они здесь? Вообще у нас по утрам, конечно, Алина убирает. Потом днем я, вечером Дарина. Алина у Насти ночует. Я думала, не пойдет. У Насти вчера гости были. А они с Антоном тут покушали, сразу ушли гулять. Она мне потом пишет уже, мам, Настя меня позвала, буду у Насти. Ну, ладно. Будь у Насти. А к Дарине, может быть, подружка приедет. Да, я написала, что... Ну, я вообще Дарину отпустила к ней. Я говорю, хочешь, езжай к Кристине. Отдохни. А Дарина говорит, пусть лучше она к нам. Ну, пусть она. Она же предлагала воскресенье. Что, типа, мы к ней сразу совещаем, говорят, я приеду, мы достигли, а потом утром на автобусе ее увидим. Ну, можете так, конечно. Она сегодня у нас, а завтра девчонки решили творчеством заняться. А что, вы прям тут рисуете, что ли? Да, дети? На них можно рисовать. Да? Ну, да. Тут вот тоже очень. Мам, подашь, пожалуйста, этот листочек? Вот на этом листочке вообще хорошо, вот на этих плохо. Ага. Они вот одноразовые. Там я тут просто так нарисую, а не бабочки. Звучим. Ну, как ты хочешь, да, да. Я сердечко нарисовала. Угу. Нас еще. Мам, я буду лес рисовать. Вот. Какое сердечко уже не получилось. Здесь розы. Теперь я буду, знаешь, что нам рисовать? Звездочку обводить. Хорошо, хорошо. Я хотела тоже порисовать. По очереди, доченька. Ну-ка, тут, наверное, эти. Вот одна, то тоже на ней хорошо рисовать. Да там они все такие. О, голубенькие такие. Угу. Блин, так неудобно быть, ты их прошу. Мама, трешь?
Ванушница. Так, может, надо было заправить, а? Ай, ножницы какие-то. Нет. Это что? Вот смотрите, у нас их сколько еще много. Потому что. Смотри, мам, вытекает. Они почти все полные. Ничего себе, дети вообще не рисуют. Уже не вытекает. Что только нету. Потому что я только сегодня заметила. Смотри, мам, смотри. Вылезает цвет голубой. Он может вот так подняться. А почему ты левой рукой рисуешь? А потому что не достает и неудобно. Капец, а что удлинитель? Где удлинитель? Так не знаю мы где. Он в сарае. Папа сказал, грязно лежит, походу. Походу? Смотри, как. Носочки. Так, доча, надо было это вчера еще стирку положить. Школьное. Оно не грязное, но все равно. Два дня в школу походили. Куда дальше? Слушайте, дети ждут Настю с Сонечкой. Сразу прибежали. Также и Антон. Антон написал, все, я сейчас подъеду. Они все тут прибежали вчера вечером, стоят, ждут. Дети у нас такие общительные. Да, дочь? Ждете? Женечка, что у тебя с настроением в последнее время? А? У нее зубы болят. И никто не помогает, да? Все рисовали 3D ручку. И нет, никто заклеить. Заклеить? Да. Да, я все сделала детали, а у меня не получается. Ой-ой, каприза, реприза. Нет, что-то у нас вообще какие-то с цепи сорвались. Лайк. Да что? А где Аленка? Масатый нет. Она сказала, сядешь в магазин, я еще маленечко поваляюсь, посплю и потом поднимаю. Деловая, блин, какая! Ну-ка гони ее домой, я думала, она с тобой приедет. Мы-то картошку достали, а у нас холода такие наступили. Картошка-то замерзнет вся. Мы она не спишь. Ты не спишь? А? Что ты там решила, что я так ответила? Привожу, ура! И сердечек целая куча. Она не спит. Папа, я не могу сказать. Сонечка, твой ты носик холодный, как у мамки, все время красный. А? Доча, ой, внуча. У вас так жарко дома? Ну, конечно, жарко. У меня тут все готово на борщ. Ай, блин, руку обожгла. Толковая мать. Наконец-то, говорит, Сонечка пришла. Ну, что это вот наушники валяются? Дети. Томина. Тома. Ага. Ну. Гости пришла, а? Внучка. Она уже совсем не сегодня, завтра перевернется. Мама. Угу. Не оставляй на краю, вообще не оставляй. Я ее теперь даже просто на диване не оставляю. Ну. С собой таскаю. С собой таскаю. В коляску положила и... Таскаю по всему дому. Упадет, не нет, дай бог. Такая соображает и дом. У нас Настя была, упала, не знаю, наверное, полгода было. Вот так на диване как-то раз туда вот так воткнулась головой. Я уже, по-моему, рассказывала. У нее тут вот от ковра аж остались эти. Точечки такие. Но, ой, мы как перепугались. Она уже не плачет, я думаю, наверное, в обмороке. Потом, помнишь, побежали мы к хирургу. Я заставила сделать нам рентген головы. Мне говорят, вы совсем, что ли, ненормальная? Подумаешь, упал ребенок. А она давно кипит у меня. Отсюда вот сюда положу ее. Мы ее сейчас вообще на руки возьмем. Можно я ее сюда положу? Ну, попробуй. Только нет, под голову руку тоже. Голову надо придерживать. Ой, ты, наверное, не сможешь поднять, она тяжелая. Укуси ее, Сом. Ой-ой-ой, кое-как. Тут голову криво положили тебе. Ох, мамка опять нарядила красиво. Настя просто в магазин хочет съездить. В новый, в хороший. Потому что даже средства для мыла посудят. Я сегодня последний посуду мыла и все. Так, Сашенька, зайди, ты прическу получше сделай, чтобы это. Ну, чтобы за волосы не схватило. И в глаза вдруг. Я ободок одену. А еще надо хвостик сделать. Ну что, внученька? Что рассказывать? Мне Настя как у тебя дела? Сделать гитару. Настя поможет гитару сделать? Папа-то да. На работе? Да. Папа на работе целыми днями.
Хоть завтра дадут отдохнуть, нет? Ну, завтра ты мне нужен, я. Ну, хоть бы дали отдохнуть папе, крепко как держит руку. Крепко держит. Такая положила, я схватила. Когда наши гости приходили, девчонки, друзья. Один, второй к ним подойдет, там она всех за руку, за палец хватит и держит. И ничего. Не плачет, да? Нет, люди незнакомые, там все такие, иди, она вообще никак. Всем улыбается. Тяжело, когда ребенок боится. Вот у меня ни один ребенок не боялся. А у подружки, у Наташки, помню это, невозможно было домой зайти. Вот она иной раз попросит, там, Том, посиди с ребенком, ну, там, бабушки, дедушки на работе, все бабки, тетки. Зайду, ой, она там, ну, вот тяжело, не оставить, ничего. Мои ко всем всегда шли. Не было такого, что боялись. Никого. Да, все время проходной двор. Вот все время. Смотри, мне кажется, все равно жарко нам. Ну ничего, сейчас что мы другие оденем, ты все. Ну, одень, конечно. Да, домой. Какой домик у Томы хороший, прям вообще. Сейчас, Настя, тоже проводим. Пойдем картошку затаскивать на веранду. Что-то мы поспешили, вытащили. А у нас такие мороза. В общем, на веранду будем картошку затаскивать. Да, 3D-ручка не рисует. 3D-ручка не рисует? Сломала уже? Антон рисовал. Папе дайте посмотреть. Тома, покажись. Ой, смотри, накрасилась. Санечка. А я смыла. Смыла? Ну, вот такие. Ну. Сегодня звонила в оптику. Сказали узнать завтра насчет других очков. Хорошо, прям сверху одень. Где 3D-ручка? Покажи, где она. Сейчас не рисует? Да что-то это, тут скорее всего забилось. Или внутри что-то застряло? Да не сделали. Мам, ты будешь все картошку таскать, да? А что, ты хочешь на улице пойти гулять? А что ты хочешь? С Настей погулять. Настя домой поехала, Сонечка сейчас спать ляжет. Вот. Угу. Работает? Гитара моя. Ну Покажем. Ладно, потом посмотрим. Папа. Надо другой цвет. Ага. Не тяни так сильно. Вот у меня тоже так же. Сломалась. Сюда так попробуй. Нет. Пробуйте затащить цвет. Олег, затащи цвет. Картину уже доделать. Ну, я же тебе говорю, доделать надо картину. Олег, затащи цвет. На конце, здесь просто. Ну, картину с собой будем забрать или продадим? Кого? Подарите кому-нибудь, кто их купит. Кому они нужны? Чё, кому не знаю. Вот это вот, короче, жалко, конечно. С собой как-нибудь скрутим, возьмем. И наш картину с Оливкой тоже. Нет, забежу. Картину точно продадим. Ага, тут вообще-то я и с Оливкой. Ну вот, ага. Вы ж звезды. Подарите утюг, дети. Ау, пойдем кушать. А что там написано? Дарила звезду. Не знаю. Так, пойдем детей кормить. У нас Оливка любовь. Настройся на красоту. У меня уже борщ готов. Женя, а что ты есть будешь? Скажи. Картошку. А, картошку? Сонечка спала, уже все засыпает, прям бедная. Спать хочет. Ничего не забыла, доча? Еду все положила. Вот. Ну ладно, доча, пока. Угу. Пока, Соня. Пока, Настя. Пока-пока. Помогать не надо? Пока, Настя. Нет. Ну все, давай. Все, в школу пойду.